Приветствую вас. Ну, смотрите, для начала давайте разберемся с тем, что вы написали. Я ничего не могу добиться. Я очень сожалею, но то, что вы говорите, вот то, что вы пишете, что я ничего не могу добиться, свидетельствует о том, только что вы хотите именно чего-то добиться. То есть вы ориентированы на результат, а не на, ну, на процесс. А добиться можно чего-то только в том случае, если ориентироваться на процесс, а не на результат. Вот. Это первое, что хочется сказать вам. Второе. Вы говорите, что у нас в городе был конкурс, значит, стартап. И как вы думаете, я проиграл второй год подряд. Я не знаю, что сделал не так. А почему вы считаете, что именно вы должны выиграть? Почему вы считаете, что, ну, что несмотря на то, что вы второй год подряд пытаетесь это сделать, все равно вы должны выиграть. Откуда такая история? То есть такое ощущение, что вы, ну, не допускали той возможности, что можете проиграть. Вот. Ну, это несколько странно. Потому что проигрыш — это абсолютно нормальная история. И почему вы не можете проиграть, у меня загадка, если честно. Дальше. У меня нет девушки, у меня нет друзей, ни из школы, колледжа, тренингов. Ну, здесь опять же. С одной стороны идет какая-то такая социальная дезадаптация, да, то есть вы хотите иметь девочку, друзей, потому что без них, вероятно, чувствуете себя каким-то не таким. То есть девочка и друзья здесь, по сути дела, средство для достижения цели вашей, что не очень хорошо. А с другой стороны, опять же, у вас не получается завести друзей и девочку именно по той причине, что вы на них слишком ориентированы, они вам нужны. То есть вы наблюдаете с них, из-за этого получается сверхмотивация. Сверхмотивация мотивирует вас чрезмерно идеализировать и переоценивать возможных кандидатов на место вашей девушки и друзей, и вследствие чего не получается воспринимать людей как равных себе. Вот. Дальше. Так, я ничего не добился. Ну, я сказал вам, да, что вы ориентируетесь здесь не на процесс, а на результат. Результат всегда социально обусловлен. Если вы не уверены в себе, то будете даже зависеть от собственного результата. Я всегда хотел делать только добро, но у меня ничего нет. Ну, совершенно очевидно, что нужно понимать, что такое добро, и совершенно очевидно, что добро мы не делать ничего не имеем. Да? Вот. Все мои друзья, которые учились на 2/3, работают в кафе, живут в Новосибирске и Томске. Я ничего так и не смог сделать. Ну, здесь вы почему-то сравниваете себя. Я даже думал о суициде. Ну, тут нужно разобраться, как вы к этому пришли. Не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? То есть, понимаете, еще раз повторю. Ориентироваться желательно на процесс, а не на результат. Иногда у вас все получится. И что такое добро? И откуда такие требования к себе? И почему вы считаете, что должны выиграть стартап? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.